Всем привет, ребята, меня зовут Алиса, вот это моя любимая сестра Лиза. Всем привет. И мы снимаем очередной выпуск «Обмен подарками» из «Фикс Прайс» очень странными цветами, потому что я буду дарить Лизе белый цвет, потому что она белая. А я ей прозрачный, и это все из «Фикс Прайс». Простите, ребят, прозрачного не будет, я хотела надеть что-то прозрачное, типа по челленджу, но как бы YouTube это не одобрит, поэтому никакого 18+. Итак, давай на камень, ножницы, бумага, кто первый дарит подарки. Раз, два, три. Как всегда, она всегда выбирает ножницы. Нет, кажется, вы забыли поставить лайк на удачу, потому что лайк на удачу приносит удачу всю неделю. А если прямо сейчас подписаться на канал и поставить колокольчик, то на Новый год вам подарят подарки, которые вы реально хотите. iPhone 12? А краша подарят? Краша, да. Ребят, проверьте, это работает. Итак, я первая дарю. Сейчас мне напишут, что я дарю детские подарки, ну как бы вот, я не удержалась. Смотрите, в магазине. Какая лошадка, офигеть просто. Открываем ее поскорее. Это не лошадка, это единорог, между это прочим. Это лошадка написано. Игрушка, лошадка, вот смотрите. Какой рог? Тут нету рога никакого. Вот, это просто лошадка, это не единорог? Меня кинули, что? Блин, реально, она очень крутая, и она что-то делать должна. Блин, наверное, опять вот батарейки. Ходить. Наверное, ходить, да? Да, она на батарейках, ребята. В фикс прайсе нужно покупать просто тонны батареек, потому что все эти игрушки с батарейками. Ну, посмотрите, какая она классная. Блин, у нее даже грива. У нее волосы выпадают, ребята, у нее явные проблемы, посмотрите. Мы ей витаминчики купим, она их пропьет и будет хорошая грива. Вот, волосы были привязаны, смотрите, какая... Зелено-желтые волосы, так, реально офигенно. Ну, подарки это хорошо, а где мой подарочек? Сейчас, где? Сейчас, подождите. Коробку. Держите. Что это такое? Ой, тут волосы от лошади, если что, это не мои девочки, это лошадь линяет. Это у нас Зувей какой-то, плюс женские гольфы. Женские гольфы? Да. Но они такие странные, что? Ну, обычные давайте. Прозрачные гольфы. Нет, но они какие-то, как сказать, широкие, что ли, объемные какие-то. Как будто на утренник детский какой-то, да? Садик. Так, нужно их аккуратненько, чтобы не порвать. Ребят, посмотрите. Ой, они прям странные. Они реально странные. Они, мне кажется, даже на ногах держаться не будут. Да. Но это прозрачное. Смотрите. Они прям просто вот так вот прозрачные. Мне нравятся. Главное, чтобы ты их носила, реально. Давай, дари мне подарок. Ну, примерять мы это, конечно же, не будем, потому что они очень странные. Я буду странно в них смотреться, поэтому подарок откладываем. Мне гони, пожалуйста. Ой, иду. И да, ребята, пока я дарю подарок, напишите в комментариях, какие обмен подарками по цветам нам еще снять. И самые ваши идеи, по которым мы снимем, попадут в видео. Я буду вставлять ваши комменты в видео. И, конечно же, всех лайкать. Все, не затягиваем, я пошла дарить. Полезный подарок у меня, между прочим. Что? Крестики-нолики? Что это? Ну ты хоть посмотри, туалетная бумага, крестики-нолики. Вы поняли? Сидите, короче, на толчке и играйте в крестики-нолики. Давай ее откроем. Первый раз такое увидела в фикс прайсе. Смотрите, 77 рублей, как бы дороговато для туалетной бумаги. Но это типа было написано прикол или шутка. А, розыгрыш, сувенир, туалетная бумага. Вот, смотри. Это сувенир, Лиз, не иди в туалет, не иди. Это сегодня ребята, сувенир. Ребята, это ор просто. Смотрите, реально в крестике. Давай ее размотаем, это только крестики? Ну да. А ну-ка. Я испортила бумагу. Ладно, вечно с этим проблемы. Так. Смотрите, реально, ребят, крестики, нолики. Что это такое? Первый раз такое вижу. Необычно, ой, прости. Скажу я вам так. Я себе оторву немножко. Все, Лиз. Это тебе. Спасибо. И где мой подарок? У меня, конечно, не туалетная бумага, но тоже полезна. О, тапочки. Слушайте, да, они... Ты любишь тапочки. Ой, они воняют. Да, воняют. Нюхни. Надеюсь, никто в них ноги не засовывал, а то я их еще нюхаю. Так, ребят, посмотрите, это типа силиконовые массажные тапки. Прикинь, как мне размер удобно. 39, у меня как бы 36 на минуточку. Не было других мне размеров. Мне кажется, они мало мерят просто, потому что ну, это не выглядит на 39. Ну, конечно. Я померила как бы на себя, поэтому... Моя нога уже тут побывала, если что. Хотела сказать, что этими штучками можно массажировать лицо, но нет. Там уже не только твои ноги побывали, поэтому мы это откладываем. Подарок реально хороший, я пошла дарить. Давай. Мне кажется, это у нас уже как традиция дарить такие шапочка, шапки. Шапочка еще одна, ребята, у меня уже есть такая красная и желтая, и это белая шапка. Смотрите, какая панда.
Вообще мило. Ой, еще умой тушь без этого, без умывалки. Будешь как настоящая панда. Мы все по утрам и по вечерам немного панды. Ну, шапка прям супер. Классная, ставлю лайк, да? Но на улице я, конечно, в такой не Почему? Пойду. Почему? Смотрите, какой мишка. Ой, какой милый мишка. Обожаю такие шапки, просто не могу. Ладно, можно мне дарю померить? Свой подарок. А я пока померяю панду. Не идет? Держи. Или это очень странно? Подожди. Я уже посмотрела, там какой-то контейнер. Я подумала, что ты должна мне дарить, но нет. Это для косметики, очень полезная тема. А, это у нас органайзер для косметики и аксессуаров. Смотрите, сюда ватные диски, ушные палочки, все можно складывать. Это реально крутой, полезный подарок, потому что у нас вечно все валяется на стиральной машинке и никак невозможно организовать нормально свое пространство. Вот органайзер нам поможет, потому что полезная тема и, главное, он прозрачный. И главное, что оно стоит 99 рублей. Ты что, на мне экономишь? Чего у меня всего два подарка, у тебя так много? Я, кстати, не знаю, мы что-то пропустили. Может, потому что шапка на тебе моя? Ладно, держи. Ну, в прошлом выпуске такое было и у меня. Я была без подарков. Ну, ладно, давай. Так как скоро Новый год, смотри, какую замечательную белую штучку. Огромный дом, ребята, просто У нас огромный. Есть уже такой маленький дом, он где-то там стоит, но его плохо видно. Он просто там офигенный, есть. Я хочу его распаковать. Блин, ну вы знаете, что я новогодние штучки просто обожаю. Ребят, пора мне снимать новогодние или еще рано? Я так хочу уже обменяться новогодними подарками из Фикспрайса. А он горит, да? Он светится? Да. Ура, ура, тут не надо вставлять батарейки. Светится. Да? Да. Фикспрайс нас балует, ребята. Можно подержать ваш подарок? Смотрите, как это уютно. Как классно, я хочу украсить всю свою полку новогодними подарками, нарядить елку и снять новогодний обмен подарками из Фикспрайса. Ребят, лайкните, если вам зашла такая идея, и потому что 1 декабря я уже буду наряжать. Так, где подарочек? Ой, где? Ладно, дарю. Где? И держи. Ой, пупсик, ну смотрите, мне кажется, это можно засчитать как прозрачное, потому что упаковка от этого пупсика реально прозрачная. Спасибо, спасибо, а то я думала, знаю. Будешь говорить, что я не справилась. Нет, ну, ребят, я думаю, 100% засчитано, потому что шар прозрачный, как бы, да? Ну, поэтому пупсик все. Как бы непрозрачный. Ну, блин, зато классный подарок. Обожаю этих пупсиков, я знаю, ребята, что ты их это любишь. Просто такая милота. Теперь и я их буду собирать. Надеюсь, мы никого сегодня выращивать не будем. Ну, пупсика уже вырастет. Пупсик застрял в коконе. Какой он какой-то... Он испачкался. Блин, он испачканный. А как он мог быть испачканный? Посмотрите, ребята, ну, это видите? Какой-то. У него щечки немного испачканы, это девочка. И вот есть подушечка, смотрите, мы его сюда уложим. Такая милая подушечка, посмотрите. Блин, обожаю этих пупсиков из Фикса. Вот, это уже третий пупсик. Положить, отдыхать. Так, я дарю как Давай. Бы, да? Да. Да? Или нет? Или дари мне ты. Нет, давай ты. Я сегодня хочу получать подарки, а не дарить. Вот это ты злая и плохая сестра. Иду, ладно, там интересно. Вот, держи, как бы так беспалево сделать. Подожди. А, это рамка для фотографий, ребята, смотрите, смотрите, она еще и светится. Вообще просто топ-тема, сейчас откроем. Давай, есть ножнички, мы как культурные люди. Я уже подготовилась, запаслась ножницами и помогу тебе вскрыть твой подарок. Ну, смотрите, это из новинок, мне кажется, Фикспрайса, потому что раньше я такое не видела. Прям качественная такая рамка, смотрите, тут прищепка, вешаете какую-то фотографию. Ой, это коробка еще, коробка. Эта фотография нам не нужна, потому что тут не мы с Алисой. О, вот, реально вот. Качественная, смотрите. Дощечка такая, смотрите, ее можно поставить вот так вот, она еще и светится. Но батареек у нас нету, ребята. Ну, кстати, вот эту новинку я бы посоветовала купить, потому что она добавит уюта в ваш дом. Да, это просто топ-тема. Так, ладно, меньше разговоров, дарю свой подарок. Да. Ой, у меня была фотка Лизы, надо было ее туда сделать. Как я не додумалась просто. Держи. Блин, как я хотела такой стакан, ребята, он просто, эти блестки, они внутри, то есть они вам не мешают пить, если что, он мега залипательный просто, прикинь, посмотрите. Блестку такую схаваешь. Нет, ты ее никак не схаваешь, потому что как бы вот, продемонстрирую. Ну да, но все внутри, это понятно. Как я хотела такой стакан, они даже на Алиэкспрессе, между прочим, там рублей по 300, по 200, именно с таким глиттером внутри, поэтому вот этому подарку я очень довольна, потому что сейчас зима, мы пьем там всякие витаминчики, там чаечки, поэтому отлично. Давай мой подарок, дорогуша, давай. Что ты так быстро спешишь? Не даешь мне насладиться Давай моим подарком? Давай ты еще кофе туда нальешь, мы посмотрим, как ты пьешь. Да, я пошла. Ребят, напишите еще, пожалуйста, чьи подарки окажутся лучше, мои или Лизины, и мы вас лайкнем. Мы не обидимся,
Интересно, кто победит, потому что сегодня оригинальные подарки. Давай. Пошли мы по кофейным наборам, поэтому опа-на, вот. Смотрите, что это набор для кукол? Для куколок каких-то. Или если вы не хотите поправитесь, просто берите маленькую посуду и туда все, что поместится, можете съесть. Давай ее и вы точно не поправитесь. Я так хотела ее открыть, потому что это прям она керамическая. Стеклянная, да? Да, стеклянная, не пластмасса какая-то. Вообще. Так. Милая посудка для игрушечек, блин. Почему у меня в детстве такого не было? Почему я сегодня открываю всех подарки? Вам так не кажется? Посмотри, Лиза, держи. Ой, ребята, смотрите, просто это чайничек, это чашечки, тарелочки. Просто приходите на чаек, я вас угощу. Боже, смотрите, здесь еще и крышка есть к этому чайнику. Всего за 200 рублей такой прикольный набор. Да. Это тоже, походу, новинки Fix Price, потому что это так мило. Вообще мило. Берем тарелочку, чашечку, а где ложечки? Приходите на чаечек, вот. Ребята, мы вас всех угощаем. Угощаем. Правда, чая мало, но я думаю... Нет, мне кажется, чая на всех хватит. А они придут со своими этими чашками. Ну ладно, хорошо. Так, ну что, теперь мой подарок. Где мой прозрачный? Мне вот интересно, что можно еще прозрачное подарить? Что? Держи. Опа. Чехольчик. Ой, подождите, я тут чаепитие убираю. Чехольчик для AirPods. Кстати, у меня есть где-то AirPods, и я ношу предыдущий чехол, который мне тоже подарили из Фикса. Смотрите, пора, мне кажется, его сменить. Поэтому давайте сейчас это вместе сделаем. Блин, они стоят, по-моему, по сотке, да? Ну, он прям очень был дешевый. Или даже дешевле. Ну, короче, супер, смотрите. Опа. Ну, и тут будет карабинчик. Ну, он точно не белый, а прозрачный, ребята. Да, он прозрачный. Это просто наушники белые. Он реально прозрачный. Вы это сами видели. Чисто просто чехол, чтобы защищать ваши AirPods. Ну, смотрится красиво. Да, мне тоже как-то стильненько так. Даже получше, чем розовый. Давай, о, дорогуша, мне подарок, а то ты постоянно заговариваешься. Вот это ты быстро. Я тут пока попью чаечек, берем чайничек, наливаем и пьем. Таким чаем я, конечно, не напьюсь, но тоже неплохо. Держи, сестра. Что это за мочалка? Пора мыться. А, смотрите, это мочалка. Я ее перевернула, потому что она как бы не белая, как бы белая. Ну, как я могла пройти мимо такого замечательного? Надевайте на ручку и вот так мочалите. Сестре лицо вот так мочалите. Короче, прикольная коровка прям. Потому что год быка. Год коровы, лис или быка? Год коровы или быка? Быка. Точно? Ну, я не знаю, но это на коровку похоже. Ну, вообще ладно. Год быка, все, ладно. Просто мне кажется, сейчас, когда год быка, все продают старые заначки в Фиксе. Ну, возможно. Типа, что у них завалялось, то и продают. Поэтому, ребят, ставим лайки. Год быка, мы уже это знаем. Там и так было 7000 комментов. Так, ладно, дари подарок, да. Ой, это же ее подарок. Украла. Держи. Что это такое? Пузыри. А, ребят, это не лопающиеся пузыри? Как я, это, кстати, не лопающиеся? Я не понимаю. Такое как вообще это? Бывает? Давай попробуем. Как пузыри могут? Типа я их сейчас надую, и они будут вот так вот по квартире плавать, пока мы их не выбросим. Очень странно. Да, но тут даже жидкость реально не было. Ой. Ну и где они не лопающиеся? Ну вот, смотри, например, не лопают. А, ну они не так сильно лопаются, наверное, да? Смотрите. Жидкость какая-то странная. А, ну они прям прыгают, они не так сильно лопаются, как обычные. Но все равно странный. Ну-ка. И липкая жижа какая-то. Ой, получается, жижа. Ребята. Так, жижа реально фу, липкая. Она еще воняет клеем. Я вся в жиже. Ребята, я поняла, эти пузыри из клея. Я вся вот, в этой смотрите, жидкости. Один выжил. Боже. До сих пор, Алис, это реально пропустила. Клей. Я вся в этой жиже. Мочалочкой. Оп, пригодилась. Бедная корова. Можно меня мочалочкой? Оп, все. Дари мне подарок прозрачный. Вообще-то ты мне дари. Я тебе прозрачный подарила. Ой. Давай. Не поймите, это как намек, но как бы вот. Массажер. Что за массажер, ребята? Сейчас проверим. Открой. Массажер для попы. В смысле для попы? Ну посмотрите. Реально? Да. Ляхи там массажировать. А, это для похудения, типа? Ну, наверное, от целлюля, может. Я же говорю, не поймите меня неправильно. Подождите. Всем такое надо. Сколько же он стоил, мне интересно. Тут и же что? Цена есть. И вот как им работать, что с ним делать? Рублей. Я не пойму вообще. А ну, давай посмотрим. Нужны батарейки, да, наверное? Нет, или нужны? Опять батарейки. Да, 3 штуки. Короче, класс.
Короче, буду массажировать. Сейчас я вам продемонстрирую. Короче, ты его включаешь, вот так ляху вставляешь и начинаешь водить. Вот так. Или щеки, может. Или щеки. И щеки поменьше будут. Это вместо батареек, когда сестра не купила батарейки. Все. Ну, что, я тебе даю, да, ладно. Полезный подарок у меня, согласитесь. Голосуем за меня. Держи. Что это за стакан? Подсвечник. Пустой стакан. А, ну ладно, это подсвечник, я это как бы поняла. Он реально прозрачный, но такой даже голографический. Но в жизни он прозрачный. Мне показалось, что это стакан. Я жду напиточек. Где мой напиток? Ну, свечку можешь схавать. Я тебе туда положу. Воск? Спасибо. Да, давай. Иду. Держи, это очень классная штука. Новогодние, да, штучки, ребята, это гирлянда. Все покупали эти белые штучки, опять тебе открыть давай. Я сама справлюсь. Ладно, не справлюсь, давай. Все покупали эти штуки, ребят, прям в новогоднем отделе. Все гнались за домиками белыми и вот этими звездочками. Я решила выбрать звездочки, потому что они реально смотрятся мило. Может, я буду их трогать, а не ты? Да. Что, я сегодня все подарки? Смотрите, ребята, очень классно, только тут брак немножко произошел. Где? Но я думаю, это... А, блин. Я думаю, это не будет заметно. Я это не могла увидеть. Короче, они горят вот таким вот желтеньким. Очень классно. И такое я бы посоветовала, потому что их можно на полку, на стол подсветить, фон, если вы блогер. Ну, реально круто смотрится. И они еще и светятся, вообще, да, топ-тема. Но батарейки это просто минус. Mm-hmm. У нас уже очень их много нужно. Где мой подарок, собственно? Где мой подарок? Мы с коровой интересуемся. Держи. Что это такое? Бутылка, спортивная бутылка? Ну, это чтобы ты в спортзал пошла. Ты мне тоже намекаешь? Может, ты не ходишь в спортзал из-за того, что бутылки нет специально? Да, бутылка мне мешает. Вот как раз завтра пойду. Смотрите, бутылка за 99 рублей, кстати, цена такая. Там ее можешь повесить даже, смотри на ручку. Да, куда? О, ну реально, ребят, бутылка классная для такой цены. Туда лимончик добавляешь, водичку и вообще топ. А ты мне сделаешь напиток? Ну, ладно. Я пойду, если ты мне сделаешь напиток. Хорошо, ради этого я готова сделать. Это что, я опять дарю? Ты даришь. Ох, только бутылку подарили, уже дари, и мне эти. Дари. Ну, ты хотела новогоднее, держи. Ёлочка, это я намекаю, что ребята, я уже хочу готовиться к Новому году. Она белого цвета, вы просто посмотрите. Ё, так рада вообще, ребята. Она еще и с блестками. Сейчас и посмотрим. Светится. У нас уже таких елок полно. Батарейки вставили, это такая редкость всегда, для фикспрайса. Да. Она прям осыпается блестками, не знаю, видно ли вам, но можно прям на лицо так поприклеить. Можно вот так сделать. Все не получилось. Нет? Ну да ладно. Ну ладно, это было странно. Ладно, я дарю тебе свой последний подарок. Дари. Быстрей. Тут два в одном, Алис. Ой, блин, у нас уже была такая шкатулка, как вы знаете, на обмене золотыми подарками, и ты мне типа два в одном подарила? Да. Чтоб я не расстраивалась? Ну, типа того. Класс, ребят. И вставила даже батарейки, не то что я. Вот, да. Открываем. Это мы с Лизой придумали такую идею для декора. Сейчас я включу. Короче, эти елочки. Елочки вот просто милошные, ребята. Согласитесь, посмотрите. Круто такая шкатулка, да, смотрится, да? Только нужно прятать вот этот вот чехол с батарейками. Он такой гигантский там и внутри. Его очень вот сильно видно, прям. Да. Не очень. Ну что, ребят? У меня был последний подарок. И у меня. Не переключайтесь, а прямо сейчас ставьте лайки, голосуйте, чьи подарки вам понравились больше. Лиза, уже я понимаю, что ты хочешь воспользоваться своим подарком, но подожди минуточку, ребят. Я хочу просто в крестики-нолики поиграть. Посмотрите, пожалуйста, предыдущие видео, подписывайтесь на наши каналы, мы вас всех очень любим. Подожди, я хотела сказать, что мне конячка больше всего понравилась. Да, а мне больше всего понравилось, наверное, вот это. Но это реально классный такой и нужный подарок. И мы вас всех очень любим. Увидимся с вами очень скоро. Пока-пока!